Приближается Новый год, любимый праздник взрослых и детей. Ульяновские учреждения культуры плотно готовятся к предстоящим длительным выходным, чтобы порадовать горожан интересной программой. Так, например, в киноцентре художественной зрители смогут не только насладиться предновогодними киноновинками, но и стать частью фильмов. Мы подготовили новогодние представления у нашей елки с любимыми киногероями и Дедом Морозом. Развлекательные программы будут предназначаться для нескольких возрастных групп. Малышей будут развлекать фиксики. Для детей постарше подготовлено представление с богатырями, а подростки увидят настоящую битву магов. В Театре кукол состоится премьера новогодней серии спектаклей «Бабушкины сказки». Зрители увидят 5 знакомых всем с детства народных сказок. Естественно, что они переделаны под сценический вариант, то есть написаны мной созданные инсценировки. И вот первая серия, что называется «Лисичка-сестричка», первая сказка из этого сериала пойдет на Новый год. Она там как раз с финалом, новогодним финалом, что соответствует празднику. Детская областная библиотека имени Аксакова приглашает горожан поучаствовать в открытом творческом семейном конкурсе «С днем рождения, елочка». Заявки принимаются до 18 декабря. Кто-то привык приобретать живую ель, кто-то устанавливает искусственную и ее украшает. Но гораздо приятнее и интереснее, когда ты елку сделал своими руками. Эта идея легла в основу нашего конкурса, который называется «С днем рождения, елочка». Конкурс проводится уже 4-й год подряд. В этот раз у него особая тематика, связанная с наступающим годом экологии. Поэтому елочки должны быть изготовлены из природных материалов. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».